Покажи могучий циркуль, который в кузнице применяется. Расскажи о нем что-нибудь, Паш. Покажу. Какой-то самодельный циркуль. Положи-ка. Нашли, Андрюха, где-то нашел после старых кузнецов, видимо. Да где он самодельный? Самодельный? Видишь, да самодельный, видишь, он какой весь, из проволоки вот этой. Из листа загнутый, прямо видно. Грубая работа. Вот тоже. Никуда. Настоящая ручная работа. Обзор циркуля, да, такого? Шикарный. Просто шикарный. Чик. Кузнечный циркуль, да, мы его назовем? Ну да, можешь кузнечный называть, раз он у нас применяется. То есть, вот видите, там нужно было сделать вот так. Опа! Опа. Можно штангель циркулем, но... Не, ну штангелем маловато. Во-первых, там и он будет, а этот что, поцарапал, подточил. Вот такой вот обзор циркуля от Павла Григорьевича. Да, секреты, да. Секреты кузнецов. Да, да. Вот, видите как? Опа! Пока вторую сторону нарисую. Давай, сейчас подожди, вторую сторону. Давай. Сейчас скрывает от меня все. То есть сначала нужно разметочку сделать. Да, Павел Григорьевич? Абсолютно верно. Вот я и люблю на глазок все. Я очень люблю. Нет, слушай, на глазок. Я не буду говорить при телевизоре, как мне старики говорили. На глазок можно только сделать одно чудо. Нет. А у меня глаз лучше любого ватерпаса. Да нет, это все понятно. Это я даже верю. Так. То есть, но все равно у него рулетка смело в руках. Он на глаз все делает, это да, называется. Вот так, вот так. На глаз так, вот так. На глаз с рулеткой. С рулеткой. То есть, вот видите, ребят, никуда. То есть, опа. Вот так вот раз мы его. Оп. И сейчас будет, вот да. Вот так вот раз. Оп. Вот такой циркуль. А циркуль, что сказать? Просто циркуль, без которого никак. Просто хороший инструмент. Опа. Опа. Все. Завершающая линия от гуру. Вот так. Вот так вот. Все. Учитесь, ребята. Да, да, пока да. Пока есть время, силы, возможность, желание. А потом? Потом будет поздно. Потом будет, знаешь как, вроде говорит охота, а уже и спросить не у кого. О. Вот примерно будет вот так вот. А мы тут, возможно, уже ненадолго задержались. Да, это уже, это мамонты сейчас уже, да, все. Уже... Кузнецов все мало, меньше и меньше. Уже устали сильно. Ну да. Уже надоело. Ну много. ничего, что-то мы еще поработаем. Сколько поработаем, да. Короче, нет достойного понимания. Да, сейчас со стороны почитателей. Тяжело нынче, тяжело. Но мы пока держимся. Олигархи, ждем вас в гости. Пожалуйста. Да, будем все делать. Все, всем всего доброго, всем пока. Пока-пока.